За моей спиной Лачинский коридор, дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. Со вчерашнего вечера дорога открыта для желающих уехать. И по данным властей Армении, менее чем за сутки границу пересекли около 5000 человек. Всех тех, кто нуждается в помощи с жильем, регистрируют волонтеры Красного Креста в специально развернутом штабе. Здесь же можно получить воду и сухой паек. На месте дежурят медики. Власти уверяют, что никаких ограничений по срокам для эвакуации не будет и призывают жителей Нагорного Карабаха в первую очередь освободить дорогу для тех, кто ранен или лишился жилья в ходе последних боевых действий. Эвакуацию затрудняет до отсутствия в Нагорном Карабахе топлива для личного транспорта. Власти обещают начать его раздачу сегодня во второй половине дня. Вероятно, после этого поток желающих покинуть Нагорный Карабах только увеличится. Сергей Дмитриев, Армения.